Ну, здесь тема такая очень скользкая по поводу второго гражданства. Как человек законопослушный, да, как человек, который не хочет себе каких-либо проблем, конечно же, он обязан сказать о втором гражданстве. Вот, ну, как я понимаю, что двойное гражданство у нас сейчас это такая очень скользкая тема, потому что те страны, которые дают двойное гражданство, они же говорят, отказываются от российского гражданства. Вот, поэтому это настолько скользко юридически, потому что в любом случае человек думает, что у него двойное, а потом оказывается, что как бы на самом деле, если он, допустим, там, получил испанское гражданство, он обязан автоматически отказаться от русского. Вот, поэтому это такая скользкая тема, проще получить вид на жительство и, конечно же, не говорить никому о двойном гражданстве, это нажить себе кучу проблем с нашими органами, с инспекциями, лучше этого не делать.